Такую гитару, то знаешь, как сыграл бы. А я сидела в лодке и слушала всю жизнь. Правда, сама? Ага. Тогда поклянись. Клянусь. Опять пришли пустыни с моря. Вот. Дальше уходят сыны наши в море, тем меньше денег перепадает нам. Сардины, что ли, глупее стало? Прости мне, Николай Угодник. Как же такой старик? Сардина, она тут ни при чем. Она сердечная от суеты городской бежит. Да. Что и говорить, отцы. Тяжелые времена наступили. Полмира голодает. Вот мы с мастером Гарибом опять говорим вам, чем пропадать скудным сбережением нашим, да и вам по миру идти. Продали бы вы нам эти хоромы, а сами подались бы на острова. Может быть, с мастером Гарибом и в убытке будем. И неверное дело затеяли. Неверное. Ну ж, неверное. Уж такова наша армянская доля. Бедствуя на чужбине, искать удачи. Но мы свое сказали, отцы. Теперь слово за вами. Говорил я вам, не вылезайте из фаэтона. Недалек тот день, когда здесь город подступит к самой воде. И здесь будут стоять корабли. Да-да, настоящие корабли. Отец, не больно. Вот тут. Здесь будут торговать, веселиться, платить. Нам платить. Гитара, а ты тоже не слышишь, сына? Слышу. О чем ты, сынок? Зачем тебе гитара? Хочешь, я спою тебе? Хорошо? Ночь помню,
Я только один раз на ней сыграю, сеньор. Куда вы? Отдайте гитару. Какую гитару, сынок? Скажи, я все тебе достану. О какой гитаре он говорит? Дядя Гарик, я знаю. А ты откуда знаешь? Послушайте, послушайте. Нет, нет, сеньор, вы не подумайте. Она ждет. Вы только можете помочь нам. Только вы один. Вот этими руками я вырастил сына. Теперь он заболел. Я не богатый человек. Я все отдал врачам. Но вы можете взять то, что у меня осталось. Отдайте мне вашу гитару, и мой мальчик поправится. Он так просит. Нет, пожалуйста. Отдай то, что просит, и ты приобретешь большее. Сердце твоей желанной. Жертва приносит счастье. На, бери. Жертва приносит счастье. Пойдем. Но он не взял денег. Дай Бог здоровья твоему сыну. Сюда! Моя бриллиантина расскажет вам прошлое, знает настоящее, предскажет будущее. Эй, сюда! Сейчас, сынок. Вот. Отец, открой же окно. Почему ты не открываешь? Oh,
Здесь будут стоять корабли. Да, настоящие корабли. Здесь будут торговать, веселиться и платить. Да, да, платить, нам платить. Время — страшная вещь. Она далеко. И Париж — город большой. Нет, нет, сеньор. Дочь хозяина вас очень, очень... Что? Поверьте, я знаю женское сердце. Я так хорошо знаю это. Ты любила Глико? Я? Ах, сеньор, меня никто не спрашивал об этом. Пей, пей, Гариб. Карен сегодня поет хорошо и громко. Спасибо, благодетель, спасибо. Но только перерывы стал он делать большие. Устает он? Все мы устаем, Гарик. Как он уйдет, так она бежит к ней. От ее доброго сердца они богаче не станут. Да. А ведь Гавриэл, ага и Гариб вместе дело начинали. Как будто не знаешь. Гариб все отдал сыну. Одни врачи чего стоили. А Гавриэл воспользовался этим. Руки не подал. А рукопожатие земляка дороже золотого. А если бы вы знали, какую я весть вам принесла, парижанка-то наша приезжает. Когда, тетушка Вергене? И в консерватории доучивает. Ее там все хвалят. Долма хорошая получилась. Даже Габриэл съел и слова не сказал. Да. Да, пишет, что Пул приехал туда. Какой Пул? Как какой Пул? Помнишь, Гарик, во время войны, что дела вел с Габриэлом? Еще тогда у них с бензином что-то получилось. Габриэла вызывали в полицию. Да-да, помню. Каренчан, а сына все спрашивает о вас. Как ты, как дядя Гариб? А,
Гарип. Сам знаешь, Габриэля гастрок. Наш Карен собирается ехать на операцию. Я надеюсь, что вы не откажетесь помочь ему. Он будет видеть. Представляете? Спасибо. Спасибо. Большое спасибо. Что бы вы хотели послушать? Фортепиано. Париж. Что он в последнее время поет? Для души. Ты не верди, кукушка. За что он поет? За что он поет? За красивые глаза. Я тебе за эти красивые глаза. Вон отсюда! Не смей ее трогать! Не смей ее трогать! Карен! Карен! Смотри, Гариб! Я все хозяину расскажу. Передай твоему хозяину, халуйская твоя душа, что я петь не буду, если вы ее хоть пальцем тронете. Понял? А вы швартовайся от него! Ну, еще чего не хватало. Занялась бы своими делами. А с тех пор этот порт, этот русский порт, сказочным городом для нас. Видеть стал наш механик. А думали, пропал бедняга, куда ему без глаз. Волшебником прозвали мы старика Крылатого. Какой доктор, какой человек, скольким он вернул свет Божий. Вылечил, и видят люди. Скоро ваш корабль уйдет в море, и мы с тобой больше никогда не встретимся. А какая замечательная была ночь. Я пел для тебя, Хозе Мари. Спасибо, сынок, за твои добрые слова. Тебя я никогда не забуду, Хозе Мари. Я тоже. Счастливого тебе пути. До свидания, Хозе Мари. Сегодня мне с трудом удалось обменять мелочь на бумажную. Скоро тебе не придется беспокоиться, Глико. Кажется, собрала уже достаточно. Я так рада, сеньор. Вы будете видеть. Представляете? Вергене Ханум! Едут, едут. Вергене Ханум! Барышня приехала, сона приехала. Приехала. Здравствуйте, тетушка Вергене. Осторожней, осторожней, ты стариком. Что ты? Дядя Гарин. Ну, что там? А, Карен. Здравствуй, дружище. Ну, как поживает твои песни? Ого! Ты, оказывается, любишь не только красивые песни. Не путайте, сеньор. Я портовая девка. И я тут ни при чем. Я бы хотела, чтобы кого-нибудь так ждали, как ждал сеньор Карен. Пойдем, сына. Я хочу засвидетельствовать свое почтение твоему отцу. Пойдем. Сеньор Карен.
мастер Гариб, ты ли это? Старик, сколько лет? Откуда? В каких я только краях не бывал, чего только не видел. Разбрелись наши рыбаки по белу свету, а я вот, видишь, приехал. Рыба и так, как конец почует, в свои воды уходит. Не могу я жить без родной земли, понимаешь, мастер Гарип? Мне ли это не понять, старик? Да, да. Эй, старик, не отставай! Помнишь, Карен, все как тогда. Море, лодка. Играю. Смотри. Да. Да, слышу, Сана. Помнишь, мы тогда говорили, что будем сидеть на этом камне и слушать, слушать. Ты какой-то другой, Карен. Я ждал тебя, Сана. Я пришла к тебе, Карен. Я рядом с тобой. Ты? Что, Карен? Сона. Как на заре весной ручьи моей души звенят слова твои. Как в самом ярком сне
детства ты с ним играла, и песенки там всякие пели. Но теперь ты уже, слава богу, взрослая у меня. В Париже училась. Теперь нам надо совсем о другом думать. О твоем счастье, доченька. И тебе пора кончать дружбу с этим слепым. Не надо так, папа. Ведь ты не знаешь, какая у него душа. Он настоящий художник. Люди так любят его. Скажешь, люди, шантропа всякая. Ты в другую сторону посмотри, дочка. Фу, фу, вот кто. Он бросил все свои дела, за тобой поехал, а ты... Законы искусства, художник. Вот пул художник, за что не возьмется верные деньги. Может так случиться, что многое переменится за эти дни. И тогда, Гарип, советую тебе держаться меня. По земле ходит, соображать надо. Да. Каждому хорошо. На родной земле. И ты заразился этим. Я знаю, в городе болтает, будто армяне к себе поедут туда. Но ты меньше слушай всякие толки. Ну, какой земле ты нужен, когда у тебя за душой не гроша? Выдумали тоже родину. Эй, слепец, когда ты уберешься из той таверны, нас слушать никто не ходит. Мы совесть бы имел Нико. Вот покажем вам совесть. А совесть не деньги. Ее нам стать легче. Что это, отец? Своими делами. Ты хорошо сделал, что пришел ко мне, Гарипджан. Эх, давно мы не сидели с тобой вот так. Да. Все дела, дела, сам знаешь. Да, да. Пей. Я пришел с тобой говорить о сыне Габриэл. Да, да. Знаю, знаю. Жалко гитару. Карена жалко. Переживает. Да и кафе осиротело без него. Люди спрашивают, где он, где.
Но ничего, Гарибжан, на свете все поправимо. Вот потому я и пришел к тебе, Габриэл. А кому помочь тебе, если не мне? Спасибо. Спасибо, Габриэл. Ничего, ничего. Я сегодня скажу, и Карену твоему купят новую гитару. А у нас и деньги пропали, Габриэл. На лечение Карена откладывал. А теперь куда нам ехать без денег? Хочу попросить у тебя... Постой, постой. Ехать? Куда это ты собрался? С теми. Да-да, Габриэл. Наконец и нам улыбнулось счастье. А как ты, Габриэл? Что думаешь? И в мыслях не держу. Да. То ты, а то мы. Ну, хорошо, хорошо, садись. Вижу, ты совсем запутался в своей жизни. Я помогу тебе, купим гитару. Карена мы твоего женим. Мало ли девушек на свете. Сона поймет, где ее место. Выйдет замуж за Пула. Я теперь с ним. Вот, крепко связан. Дело. Сиди. Мы старые товарищи. Поймем друг друга. Я все понял. Где моя родина, там и я. Ах, вот как. Ну что ж, пожалеешь. Обратно не приходи, не возьму. Где моя родина, там и я. И чтоб духа вашего здесь не было. Вон отсюда попрошай. Вон. Габриэл. Молчать. Габриэл. Где моя родина, там и я. Уезжаем. Да, уезжаем. Карен, я сынок. Знаю, почему вы не хотите этого. Потому что пустует таверна. Потому что меньше денег плывет в ваш карман. Пусть я слепой, но я вижу вас насквозь. Сынок, сынок. Говорил я тебе, отец, не проси у него ничего. Такой за полгроша родного продаст. Карен! Еще на позор отцу. Его провожать собралась? Я бы за ним пешком пошла. Что ты задумала, доченька? Что ты задумала, Саначан? Ну нет. Позорить меня не допущу. Откройте! Откройте! Не открою, пока не услышу я последний гудок этого проклятого парохода, который увезет этих оборванцев. Ты не выйдешь отсюда! Два узла, три, четыре, пять. Еще два узла, три чемодана. Рубен! Рубен! Уезжаем, уезжаем. Гарибчан, что у нас дома делается?
Соната моя, что задумала? А что, Сона? Ехать с вами собралась. Прости меня, Горит. Я мать. Прощай, Горит. Много лет мы были добрыми соседями. Не забывай, пиши. Землю родную целуй за меня. Отец, посмотри еще раз. Не видно ее. Оказывается, сложная штука, отец. Ее за деньги не купишь. Счастливый вам путь. Не вспоминать обо мне плохо. Внимание, внимание! Просим отъезжающих подняться на палубу. Теплоход отправляется через 15 минут. Счастливого вам пути. Други мои, низко кланяйтесь Альмении вашей, будь она благословенна. Идем, идем, сынок. Я тебе все расскажу. Не ее, а Вольф. Oh,
Но я должна повторять только здесь. Это счастливая скамейка. Здесь занято. Занято. Ничего. Наверное, не знала про нашу счастливую скамейку. Роза! Романоса Меликяна. Не мешай. Смотри, смотри, смешной какой. А правда, чего это он? Просто человек умеет слушать. Нет, а здесь. Ну, желаю вам успеха, девочки, на счастливой скамейке. Спасибо. Чертям, чертям. Простите, вы что-то уронили? Что-то. Помогли бы лучше. Что? Любимую пластинку разбила. Роза. Пожалуйста. Спасибо. Дядя Карен, дядя Карен, письмо от профессора пришло. Он пишет, здесь лечиться будешь, не надо будет уезжать. Что ты говоришь? Подай скорее пиджак. Пойдем. Пожалуйста. Садись, пожалуйста. Слушаю вас. Что привело вас ко мне? Меня всю жизнь называли Гариб. Эй, Гариб! А теперь меня называют товарищ Гариб. Садись, пожалуйста. Слушай. Нет, я не то говорю. Простите, пожалуйста. Если б не мое горе, я бы не пришел к вам. Профессор, у меня есть сын. Я водил его за руку, когда он был маленьким, а потом вожу и сейчас. Здравствуйте. Здравствуй, дочка. Спасибо. Я ухожу, папа. Хорошо. Не скучай. До свидания. До свидания. Продолжай. Вот здесь написано о вас, доктор Маркарян. Это письмо прислал нам сам академик Крылатов. Да нет, это... Нет, нет, вы не можете отказать нам, доктор. Я прошу вас, помогите Карену. Он у меня молодой, и он ничего не видит. У вас ведь тоже есть дочь. Я прошу вас, я отблагодарю как надо. Вы старый человек, я не побоюсь отдать в такие руки сына. Да что же вы сразу не сказали? Она только что была здесь. Фу ты, досада какая, и поговорили бы с ней. Профессор... Профессор музыки я, а моя дочь хирург-глазник. Это академик Крылатов вас к ней направил. Она ученица его. Фу, досада какая. Теперь только завтра можно застать ее здесь. Кто доктор? Она? Да-да, она. Морю ясною слышь, идет печально. И ты опять мечта. Сердцем я в этот миг, мой друг, доволю. Песня моя идти тебе с любовью. Как я мечтал о встрече, как долго ждал я.
Ну что, дядя Гарри? Ах, Ачоджан, что и говорить об этом докторе. Неужели наш волшебник ничего лучше не нашел? А что, дядя Гарри? Ее и доктором не назовешь. Она мне во внучке годится. А я ей должен сына доверить. Нет, нет, лучше я умру, чем это будет. Ничего, дядя Гарри. Простите. Простите меня, пожалуйста. Я вас видела только один раз, но я хочу вам сказать, чтобы вы не волновались. В нашей клинике есть опытные старые врачи. И все будет так, как вы хотите. Вы? Отец, кем это ты? Ну, что сказал доктор? Доктор сказал, что обязательно надо лечиться. Обязательно. И как можно скорее. Отец, кто это? Это доктор Су. Сейчас. Здравствуйте, доктор. Здравствуйте. Пожалуйста. Где я слышал ваш голос? А помните разбитую пластинку? Да-да. Вашу любимую пластинку. Роза. У вас хорошая память. Садитесь, доктор. Садись, садись, дочка. Внучка? Простите, что я вмешалась. До свидания. До свидания. Обязательно приходите в нашу клинику. И вы еще посмотрите. Я буду на вашем концерте в каком-нибудь большом зале. Вы тогда постарайтесь отыскать меня взглядом. Не забудете? До свидания. Я сейчас. Ренжа. Я бы хотел, отец, чтобы сейчас с нами была Зона. Я верю. Я знаю. Мы встретимся. Который пел тебе песенки. Ему сейчас очень плохо. Я больше не буду, тетя доктор. Ну, иди, иди. Вы, Арсения Христофоровна, пропустите отца Карена к нему. Хорошо, Маржана Рубеновна. Только вы бы сказали товарищу Гарибу. В чем дело, Арсения Христофоровна? Да как же? Он при посторонних людях и при главврате называет меня мадам Барсеник. Уже санитарки хихикают, называют так же, как и он, мадам. А эти подарки, эти бесконечные подарки. Вот. 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 Хоть музей открывай. А вчера он принес домашние туфли. Я сказала, что вы, это нельзя. О чем это вы говорите? Как о товарище Гарибе. Так вот он принес мне домашние туфли, а я говорю, что вы, Гариб Гарибович, у нас это не принято. А он говорит, мадам Барсеник, может быть, вам эти туфли не нравятся, так я вам принесу тогда другие туфли. Что с вами, Маржан Рубеновна? Ему плохо, да? Отца к нему пропустите. Хорошо, хорошо, Маржан Рубеновна. К господину директору. О, Гариб Гарибович, сколько раз я просила, не называйте вы его так. Можно. Проходи. Спасибо. Товарищ Гарибян. Можно, господин директор? Простите меня. Входите. Входите, пожалуйста.
Садитесь. Спасибо. Господин директор, меня вот уволили. На моем месте работает Ашот. Ведь я, конечно, виноват, товарищ директор. Опоздал, понимаете ли. Но я даже не знаю, как это получилось. Опаздываете, не знаете, как получилось. Прихожу, а он уже работает на моем месте. А я ведь у Карена своего был. Какой Карен? О чем вы говорите? Сын мой. Ничего не понимаю. Сварочный, Петросян, что у вас случилось со сменным... Горебяном. Кто у его станка? Товарищ директор, у станка шел Побоян. Так. Он кончил свою смену и попросил за Горебяна отработать. Так. Говорит, сын у Горебяна в больнице. Что? Он говорит, сын у Горебяна в больнице. Пусть, говорит, старик побольше у сына побудет. Переживает ведь старик. Помочь вроде надо. Так кто же вас уводит? Спасибо, господин директор. Товарищ директор. До свидания. До свидания. Господин директор. Хотят, чтобы человеку было хорошо. Разве может быть ему плохо? Эх, горит, горит. Посмотрел бы на тебя сейчас, Габриэль, ага. Пейте. Пейте. Мое кафе не должно пустовать. Пусть все видят, что здесь сидят люди. Всевышний, зачем ты нас привел сюда? Зачем? Это ты ее спроси. Радуйся. Пей за крах своего отца. Все до копейки сюда вложил. Компаньоном его сделал. Думал, вот и зять мне. Пул-пул. Доведешь ты меня до греха. Папа. Лука, принеси сюда лучшее вино. Мы будем здесь пить, кушать. Пусть все видят, что здесь клиенты. Габриэль, ты с ума сошел? Лука, поворачивайся скорее. Не говорил я тебе, будешь ходить с протянутой рукой. Ой. Простите, я... Извините, я очень занят. Одну минуточку. Что? В чем дело? Позвольте, я... Божественно. Я хочу сыграть вам. Божественно. Послушайте меня. Зачем слушать? На вас достаточно смотреть. Откройте сейчас же дверь. А это идет в темпе. Ритм, ритм, главный ритм. Разве
деньги – это главное, месье. Девочка, главное то, что вам нужны деньги, а нам ритм для наших танцоров. Но я окончила консерваторию, я музыкант. Как вы можете? Контракт не состоится. Сына, я так и знал. Бедность, одиночество. Тебе следовало быть умнее, особенно теперь, когда твоего отца уже не величают Габриэл Ага. Сына, я терпеливо жду. Ой, здравствуйте! Здравствуйте! А, счастливая скамейка, здравствуйте! Ну, как экзамены? Все сдали. Скамейка помогла? Угу. Конечно, ну, тогда скамейка. Я присяду. У вас экзамен? Какой? Да. У меня сегодня очень большой экзамен, девочки. Тогда посидите здесь. Только не меньше часа. О, у меня на это не хватает времени. А у вас строгие педагоги? Придираются? Знаете? Как бы вам сказать? У меня есть учитель. Старый, строгий. Он живет далеко отсюда. Но всегда следит за моей работой. И если я вдруг ошибусь, ему будет очень больно. Вы помните человека, который сидел на этой скамейке? Помним! Так вот, он... Нет, нет. Ничего другого не может быть. Сегодня он должен увидеть. Он должен увидеть все то, что видим мы. Солнце. Людей, цветы, сады, небо. Когда же, наконец, твои письма пойдут по другому адресу? Ну, скажем, какому-нибудь молодому человеку. Опять ты, папа. У всех отцов жизнь как жизнь. И любовное письмо дочери перехватит. И поругать есть за что. А у меня скучно. А что не так? И должен я тебе сказать, что я установил точный, как это у вас врачей называется, диагноз. Какой же? Такого письма не будет. Ой, папа, когда ты перестанешь? А я что, я выслушаю ваше сердце, доктор. Как будто ты мало слушаешь за день. И романсы, и арии, и гаммы. Ну, что ты опять пишешь своему Крылатову? Так, так, так.
Ошибся в диагнозе. Не умею слушать сердце. Наверное. Да замолчишь ты, нет. А вот не замолчу. Хватит, молчал. Я тебя последний раз спрашиваю, пойдешь или нет? Да я... Попробуй, не пойди. Я же тебе говорил. А вдруг там мне скажут? Подумаешь, скажут. Тоже испугался. Ты думаешь, у меня на заводе все сразу получилось? А может, меня 3 раза не принимали? А на 8-й раз пришел, засовестились, приняли, поняли, что человек талантливый. Да, может, у меня душа больше твоего горит. Гариб Гарибович ее столько дней ищет. Что же вы с ней сделали, а? Вот что, друзья. Я вам завтра дам один адресок. Вы сходите к нему, посоветуйтесь. Знающий человек меня по этому вопросу консультировал. Век повторяю, прием заявлений в консерваторию давно закончен. Придется ждать до следующего года. Тогда принесете заявление, все фотокарточки 9 на 12 и все, что положено. Но я не могу ждать целый год. У него душа горит. А, голубчик, что целый год? По нескольку лет что? Искусство. А я, может быть, этого всю жизнь жду. Успеется, молодой человек, успеется. Ну вот и все. Вот, вот из-за таких, как вы, мы, может, в год намного меньше певцов слушаем. У нас на заводе тоже есть один такой. Пока сидит еще. Но, честное слово, недолго продержится. Скоро таких совсем не будет. Холодильник, вот кто. Холодильник! Нет, нет, это не вам. Я... Вернуть их, вернуть! Догонить! Неплохо, а? Правда неплохо? Да. Не он, да не он! Он! Что Каре, что я, это одно и то же.
Мы петь хотим. Вот Карен даже уже это разучивает. Ла-л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 а
что это вы. Он мне ничего не говорил. А вы увидели меня и сразу испугались? Думали опять что-нибудь со мной, да? Ничего! Все хорошо! Не правда ли странный способ разговаривать? Что? Вот так, через порог. А, проходите, пожалуйста. Проходите. Спасибо, доктор. Спасибо, Марина Рубановна. Это он. Чего же вы нам раньше не сказали? Ведь мы ему подарок, понимаете? А теперь увидит, и все пропало. Ну, тогда убегайте. Куда мы уйдем? Он в коридоре. Тогда прячьтесь. Куда? А я молчал. Хотел вам, доктор, сюрприз устроить. Встречу с вашим старым пациентом и моим новым учеником. Не трожь, говорю тебе. Тоже мне. Спой тогда. Ну, что вам больше по сердцу? Вы сами себе саккомпанируете? Я не умею, профессор. Так. Ну, тогда спойте без аккомпанемента. Как на заре весной ручьи, в моей душе звенят слова твои, как в самом ярком сне весь мир ты даришь мне, весенний сад и солнце в вышине. Стоп, 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 достаточно, достаточно. Вот что, дорогой мой, все это вам придется забыть. Да-да-да, забыть. Это может только помешать вам. Это, может быть, все и неплохие, и мечтательные песни, но от них надо сейчас подальше, подальше. У вас красивый тембр, но профессиональному певцу этого недостаточно. Предупреждаю, будет трудно. Будет и горячий, и холодный душ. Что ты наделал? Я говорил, не крути. Ой, заворачивай обратно. Ой, не так обратно, да нужно. Ой. До свидания, профессор. До свидания, студент Карен Гарибян. Профессор, до свидания. До свидания, профессор. До свидания. До свидания. Боже мой! Мы... Понятно. Выходи. Выходи. Все понятно. То вы горели, теперь вы тонете. А что с вами будет дальше? Мы это... Понятно. Все понятно. Ну что за дети? До свидания, студент Карен Гарибян. Что? Ты мне? Нет, извините, это я сам себе. А, бывает, бывает. Отдыхаешь? Нет, смотрю. А чего смотреть? Дело только начинается. Вот я и посмотрю, как это начинается. Можно? Как хочешь. Камни не обидятся.
Скажи, мастер, и как это у тебя терпения хватает? Иди. Иди своей дорогой. Тебе, наверное, делать нечего. Глупые слова говоришь. Значит так, Карендян, не волнуйся, что поделаешь. Все бывает на свете. Значит так, как пойдешь, как следует поклонишься, а дальше дело пойдет. Значит, не волнуйся. Сын? Конечно, вас, дядя Гарри. Не так бурно, не так бурно. А все-таки си бемоль он берет не так легко, как мог. Папа, я когда-то ему
сказала, что он будет петь в концерте, чтобы он тогда отыскал меня взглядом. Он увидел меня. А может, тебе показалось, Марджан? Что? А вы знаете, на какой скамейке мы сидим? На счастливой. Почему счастливой? Так прозвали эту скамейку две смешные девочки. Да, счастье. Когда-то, давно-давно, на берегу моря, мальчик и девочка дали друг другу клятву. Какую? Что они не нарушат дружбу. Они любили сидеть у моря, на камне. И слушать. Слушать, как шумит море, как поют птицы, люди. Но потом к песням, которые слушали они, прибавилась еще одна песня. Песня их сердца. Марджан, вам никогда не приходилось слушать эту самую счастливую, самую тревожную, самую прекрасную песню? Карен, как зовут ее? Сона. Правда, красивое имя? Как песня. Марджан, вы должны понять, вы любите музыку. А помните, как вы здесь разбили вашу любимую пластинку? Я вам верну ее. Поздравляю вас.
Мари. Он самый. Карен. Наш корабль снова пришел в этот сказочный город. А ты говорил, никогда не встретимся, помнишь? Хозе Мари! Хозе Мари! Хозе Мари!
понял я, что нашел от тебя, как тебя я ждал. И этот светлый день настал. Катаян, ария. Гриер, я больше ее не люблю.
Я больше ее не люблю, а сердце умрет без любви. Я больше ее не люблю, и жизнь мою смертью зови. Я буря, я пропасть, я ночь, кого обнимаю, гублю, а счастье больности прочь. Я больше тебя не люблю. Лянкавалла, ария Чатертона. У соло аме римоньо поэзио. Della vita mia, sino io ranto la estrema tivo l'ultima canto della mente sta. Odio se verrò a te, se ne vollerò, e canterò codesta neve bianca, come il sudario Dio m'avvolgerà, e te m'avvolgerà. Yeah.